И всем привет! С вами я, Александр Сучков, и вы находитесь на канале Нубас. И сегодня, вы не поверите, но вы, наверное, уже прочитали по названию, но сегодня я буду варить спиннер. И да, я его не буду есть. Я просто его сварю и посмотрю, что с ним будет. Как вы видите, спиннер еще, ну, нормальный. После того, как я его замораживал в воде, он крутится нормально, подшипник нормальный. Я снимаю сразу после того, как снял тот видеоролик, поэтому давайте уже приступим. Осталась даже формочка, в которой я это все замораживал. На ней видно еще капли, которые еще не высохли. Вода я уже налил, воду. Обычная вода, теплая вода. И сегодня мы будем с помощью плиты мы будем варить спиннер на этой штуке. Для этого нам нужно взять этот спиннер. Смотрите, как он крутится, когда круто. В общем, берем спиннер, кладем его в воду. Вода довольно-таки офигительная, потому что она теплая, да. Берем этот спиннер и переносим его в другое место. В общем, итак, на плите уже стоит наш спиннер. Мы ждем. Несколько минут. Я не знаю, наверное, все правильно включил, потому что я не знаю, почему-то сначала включил даже не то, что нужно. Теперь просто ждем. Надеюсь, у меня все получится, потому что ждать надо очень долго. Ну, давайте подождем минут 10, наверное. Ну, как получится, так и посмотрим. Ну, ладно. Так, ну, пока что ничего не изменилось. Ничего пока что не изменяется. Все так же наш спиннер находится там. Ничего не изменилось пока что. Ждем дальше. Посмотрим, что из этого у нас получится. Ну все понятно. Так. Ну конечно. Продолжаем смотреть, как у нас, в общем, сварится или что-то, короче, сделается со спиннером. Прошло, ну где-то, наверное, полчаса уже или час. Сейчас посмотрим, как у нас сварился наш спиннер. Смотрим. Итак, ребята, прошел где-то час, и снова я пришел сюда с камерой к нашему спиннеру. И давайте посмотрим, что там изменилось. По мне так, вода... Офигеть, как... Ай-яй-яй-яй. Ну, не совсем, но... Ладно. Как бы это остыло. Давайте посмотрим. Даже не знаю, чем это выловить. Такую штучку. Так, как ее сделать-то? Ну, ладно, посмотрим. Вылавливаем наш спиннер. Так, выловили спиннер. Так, ладно, он пипец какой очень теплый, лучше пальцем до него не докасаться. Так, а воду лучше вылить куда-нибудь. Так, вообще такой. С него вроде чуть-чуть слезла всего лишь краска. А так вроде с ним ничего не случилось. Но лучше его не трогать, потому что это пипец. Хоть я уже, ну считайте, давно отключил только что. Ну минут 5 или 10, пока бегал за камерой. Я выключил печку, как не печку, как она. Плиту отключил. В общем, как-то так. Ну он пипец какой вообще. Он, я даже не знаю, как объяснить. А пипец он какой вообще теплый. Даже какой теплый. Ну я не знаю, как это даже описать. Вот я засунул руку в воду, это пипец был. Это вот просто вот пипец. Это вот. Вроде не обжегся. Руку не обжег. Вроде все нормально. В общем, ничего со спиннером не случилось, вроде бы. Сейчас давайте проверим. Так, ладно. Давайте его как-нибудь переверну. Как-нибудь вот так вот. Так. Давайте посмотрим теперь эту сторону. Так, у нас ничего не изменилось, краска немного слезла. Также видно. Так что как-то так.
Я его лучше не буду трогать, потому что он пипец какой вообще. Железо? Никогда этого не повторяйте, ребята. Так, давайте его опять переверну как-нибудь. Беремся за этот конец и пытаемся как-то его перевернуть в другую сторону. Так. Как же... Вот так вот его переверну. Так. Ну что ж, ребят. Вот так мы это все сделали. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И, конечно же, всем удачи и всем пока.